Так, здравствуйте, мудрецы, я Александр Пчуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимулом больше снимать для вас видео. Так, сейчас я подойду. Вот. Времечко есть, пока после работы сниму «Бесы, власть и деньги». Особо тему эту не поднимают, больше пиздят по-русски сказать об этом, говорят только бла-бла-бла. Как говорится, говорящие головы, а на деле ни хрена. Вкратце будет информация, секреты какие-то не раскрою в этом. Естественно, видео не собираюсь особо вкратце информация, потому что неблагодарное дело. Просмотров мало, как говорится, а толку нет, и от этого кошелек у меня не увеличился. То, что я вам раскрываю какие-то секреты, да, на халяву. Губу раскатали, вот. Бесы, власти, деньги. Первое, естественно, нужно выстроить структуру. В какой области вы хотите власть и деньги или получить. Когда начинают вам работать в каком-то ритуале или с каким-то бесом, то есть или какой-то ритуал бесовский, может быть какой-то заговор для ленивых лодырей примитивных, естественно, какие-то дары соответствующие, если вы повышаетесь по службе, то соответствующие, как говорится, откуп, дары бесам растут. Закупы я никогда не люблю, вот это дело, это уже для религиозных фанатиков. Дальше. Прикупы и так далее, это тупо пичкаешь беса, а толку ничего нету. Лучше, как говорится, соответствующе выбрать беса, работать с ним, двигаться в этой области, которая вам нужна. Если вы мелкий клерк, то это какой-то дагрут, там суфава, еще какие-то мелкие такие бесы, да. Если более женская какая-то область, там медицина, может быть, еще что-то, да, касаемо косметологии и так далее, это и Родиана там и так далее. Бесовица. Если банковские работники, то это уже мафава или чиновники, да? То есть вы двигаетесь в этой области. Но при этом вы должны устраиваться, изучать эту область и начать работать. А не просто сидеть и, ой, я вот, вы знаете, хочу быть чиновником, но при этом ни хрена не делая, но при этом ничего не делая. Кстати, и Родиана это уже экскорт, проститутки, мужского, женского пола тоже, и Родиана отвечает за это. Ну, естественно, и Енаха, и Париастон за какую-то гомосятину еще отвечает, бизнес, да? Если вы работаете в этой области, там где-нибудь, может, в Дубае проституткой работаете. Меня это не касается, это ваше личное дело, как говорится, не призываю к этому, вот. То есть бесы могут в этой области, конечно же, продвигать вас, вот. Но если вы работаете с ними, если эта энергетика уже отображается, отображается, связывается с вами, то вы уже двигаетесь в этой области. Просто на халяву деньги они вам не дадут, они вам создают события тоже, как и руны, как и демонология, как и кимбана тоже могут события простраивать эти. Вот, вот уходу и так далее, да? А ваша задача, я говорю, делать, может быть, без печати, может, какие-то заговоры составлять, может быть, что-то простраивать, может быть, там, через смерть хозяйку, как вы прорабатываете, да, бесовское вот это чернокнижие или русское колдовство, как только назовете, так и будет. То тогда у вас все выстроится и будет работать, и вы получите в той сфере, какой вы хотите, то, что вы хотите, власть и деньги, как говорится, да, будете властвовать, имея деньги, или будет бизнес ваш расти. Но это все будет на время, сразу скажу. Особо губу не раскатывайте, если вы не двигаетесь, если вы не изучаете в этой области торговли или каком-то бизнесе, не становитесь специалистом в этой области, да, супер-пупер там, торгашом или каким-то бизнес-тренером, может, еще кто-то, то, естественно, они вам дадут, но если вы двигаетесь тоже, если вы не двигаетесь, не развиваетесь, будут на время бесы давать. То есть, как я уже говорил, бесовские все ритуалы, они имеют срок годности очень быстрый, как степановские ритуалы и заговоры. То есть, вы получили и улетело. Как бы ваши пустозвоны не орали в интернете, там, вот, нет, это будет все надолго, эффект, там, трали-аля, вы будете вечно богаты, ни хрена не делая, сидя в деревне. А кто из вас богатым стал? Ни хрена не делая, используя только ритуалы. Ну, ничего вы не получите просто так. Если вы работаете, жопу поднимаете, то вы все получите, да, но временно. Бесовские ритуалы делают временный эффект. Не забываем, это подделы и так далее. Ну что ж, вкратце информацию я поднял. Всем удачи, успехов, с вами Сэмчу. Ставьте лайк, если пусть удачи.